Владимир Путин призвал индексировать пенсию и денежные выплаты сверхпрожиточного минимума. Об этом он сказал в ходе своего ежегодного послания к Федеральному собранию. Президент отметил, что сначала государство должно довести пенсию человека до величины прожиточного минимума, если она от него отстает, а уже потом индексировать. Причем такой перерасчет пенсии нужно сделать и за первый месяц этого года. Он пояснил, что многие пенсионеры не ощутили индексации пенсии с начала года из-за того, что они низкие, меньше или чуть больше прожиточного минимума.